Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы дадим пару советов по уходу и содержанию немецкой овчарки. Немецкая овчарка – очень популярная порода собак, которая раньше использовалась только в пастушьей и разыскной службе, но сейчас эта порода стала и домашним любимцем. Однако содержать такого питомца в маленькой квартире не получится. Но эти советы помогут вам правильно ухаживать за ним, вне зависимости от места содержания. Профессиональные кинологи едины во мнении, что идеальным является содержание овчарки в уличных, вольерных условиях, что обусловлено спецификой применения такой собаки, а также достаточно внушительными размерами взрослых представителей породы. Тем не менее, при строгом соблюдении режима прогулок и кормления, дрессировки, гигиенических мероприятий, овчарку вполне можно содержать в квартирных условиях. Немецкой овчарке нужно отвести отдельное место для сна и полноценного отдыха, которое должно быть расположено вдали от проходов, источников отопления и сквозняков. Категорически запрещается селить овчарку в таких помещениях, как кухня, балкон или лоджия, а также ванная комната. Квартирное содержание таких крупных пород собак, как овчарка, способно привнести некоторые неудобства в жизнь не только хозяев, но и самого домашнего животного. Поэтому крайне важно максимально рационально подойти к вопросу выделения места питомцу и организации всего пространства. Особые проблемы может доставить шерсть животного, которая в избытке разлетается по квартире в период активной линьки домашнего питомца. Удаление шерсти и уборка помещения должны быть максимально частыми, особенно если в квартире есть маленькие дети или пожилые люди. Чтобы снизить частоту таких мероприятий, рекомендуется осуществлять регулярное вычесывание домашнего питомца посредством фурминатора. Выгуливать немецкую овчарку требуется не менее 2 раз в день, что позволит практически полностью покрыть потребность домашнего питомца в двигательной активности, а также позволяет справлять естественную нужду. Молодую собаку рекомендуется выгуливать 3 или 4 раза в день. На прогулку домашнее животное выводится до кормления. Собаки этой породы обладают уникальным чутьем и интуицией, а также быстро обучаются. Немцы отличаются смелостью и уверенностью. Эти собаки очень преданы, быстро привязываются к хозяину и любят только его. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.